Лучшая лига мира продолжает курсировать по городам великой страны. Вторая половина 13-го тура. Заглядываем в славный город Ярославль, где все близится к началу матча между Шинником и Енисеем. Николай Владиславович Левников, город Сочи, и делегат Петр Сергеевич Петухов, город Москва. Свисток прозвучал, смотрим за этим матчем. Получится, кто будет подавать этот угловой. Самойлов сам, подача, хорошая траектория и головой с по-моему, здесь кто был? Цесь играл. Тут же опять же Самойлов. Но если там подавал Самойлов, сейчас посмотрим на подачу Вячеслава Зинкова. Ворота, мяч летит. И какой же был момент у игроков ярославского Шинника. Ломакин забивал Уралу. Ну и смотрим на этот розыгрыш. Дойдет ли дело до удара? Идет. Ух ты, мяч чиркнул все-таки перекладину ворот ярославского Шинника. И это Андрей Мазурин, 87-й номер был. И смотрит на свои перчатки Айдаров. Кстати, проблематично будет Малахову Федора выиграть. Сейчас как раз штрафный. Самойлов, удар по воротам. Ох, как сейчас было опасно. Шама выручил свою команду. Угол, конечно, был острейший, но тем не менее капитан отважился на этот удар и не застал врасплох голкипера Енисея. У мяча как раз Мазурин. Андрей разыгрывает с ближним. Домашний, наверное, заготовочка идет. Ух ты, как опасно. Андрей Чуканов здесь подключился и пытался. Да он выходит опасно, поднимает руку и просит дать разрыв. Удар по воротам. Самойлов. Самойлов. Самый активный в составе Шинника, по-моему, пока. Ну вот смотри, 34-я минута встречи. Смотрим, Александр Ломакин нанес больше всего ударов в лиге. По воротам 37. Смотрим за этим моментом. Удар по воротам. Штанга выносит мяч ярославцы. И Енисей прощает ярославский Шинник. Было очень-очень опасно. Ломакин. Ну, во-первых, Ломакин хорошо подал. Кто-то бил по воротам. Возмущался фолбол 100%. Итак, Скворцов идет в атаку. Малахов! Скидка пяткой. Как зачем? Не знаю, зачем. Бей в дальний нижний угол. Ну, правда, из-под себя. Обычно, когда Шинник играет, мы хвалим за Гре, но тут сегодня... что-то хитрое сейчас будут разыгрывать ярославцы. Что-то подсекал. Сейчас рукой удар по воротам. 1-0 за Гре! Только я вспомнил Бен Азиза за Гре, что обычно его хвалим игрой головой. И он отличается. Голы в раздевалочку забивает ярославский Шинник. Хитрое задумали, хитрое реализовали. 1-0. Ярославцы выходят вперед. Наблюдают так или иначе, но что-то очень внимательно. Опасный момент сейчас. И Савельев чуть было не оказался на позиции для того, чтобы пробить по воротам. Ты знаешь, вот... Нарушение правил здесь было. Здесь Захаров. Куль здесь сделал передачу на Малахова. На подборе ярославцы. Олейников и тащит этот мяч. Шамов оставляет Енисей в игре. А какой классный удар-то получился. Прямо такая так... скидка еще хорошая. Самойлов делал ее. На правом фланге сейчас атака раскрывается. Передача в штрафную площадь. Ну там по центру на месте оказывается. Айдаров не сложен на самом деле для него удар. Мяч, как говорится, такой уже... как... хорошенько спущенный, через мясо пробивали игроки. За Гре, а не повторит ли этот результат? Удар по воротам, рикошет, хватается за голову Захар Федоров. Действительно, было очень-очень опасно. Ну а Эмерсон продолжает сидеть на газоне. Делает передачу, перехватывает этот мяч Эмерсон. И тут момент, и пенальти. Ответка в сегодняшней встрече. А что было в штрафной ярославского Шинника? А я не понял, тоже очень было. Любопытно. Тоже очень любопытно. Здесь Султунов по ногам точно Мухаммад получает. Смотрим. Разбег, удар и мяч летает в сетку ворот красноярского Енисея. Егор Шамов потом в одной стороне, мяч в другой. Шинник забирает эти 3 очка Ярославле и не дает Енисею одержать победу. Выносят мяч уже из штрафной площади. И звучит финальный свисток. Поздравляем ярославцев с победой 2-0. Я, Сергей Воронин, благодарю вас за этот прекрасный эфир. Ходите на стадион и обязательно болейте за своих. Всего доброго, пока, услышимся.